По поручению губернатора Московской области с нового года педагоги региона, которые работают на полную ставку в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, начнут получать дополнительные денежные средства к зарплате. Деньги придут автоматически, без каких-либо заявлений, то есть это уже можно увидеть будет в своей зарплате. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, логопеды, дефектологи и другие специалисты получат надбавку в размере 5000 рублей. Для младших воспитателей предусмотрена выплата, равная 2500. Данная надбавка, она будет осуществляться бессрочно, начиная с января 2022 года. Ну и дальше, каждый месяц. Так средства поступят уже в феврале вместе с январской зарплатой. В городском округе Щелково надбавку получат порядка 4000 педагогов. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.